Дорогие мои, всех вас поздравляю с праздником святых Петра и Февронии. Как вы знаете, в этот день установлен государственный праздник, день любви, верности, день многодетной семьи. И действительно так. Действительно, мы из жития этих двух святых черпаем сведения о том, как они любили друг друга, несмотря на все искушения, напасти, остались верны друг другу. И как это часто бывает, когда говорят, они жили долго и счастливо, умерли в один день. Вот так случилось со святыми Петром и Февронией. Но, конечно, не как в сказке они жили, а в реальности. Поэтому всякое было сложно, и как это бывает во всякой семье, всякое случалось. Но, тем не менее, их взаимная любовь, верность и благочестие помогали им побеждать все невзгоды, напасти, все ссоры преодолевать, которые возникали, все несогласия. И вот согласие у них было в самом главном, в любви к Богу. Они были верны своей вере православной, и тем самым Господь их освящал их брак. Но не надо думать, конечно же, что только эта одна единственная семейная пара у нас отличается особым благочестием. Слава Богу, мы знаем, что одна из наших аланских святых, святая княгиня Мария Ясыня, аланка по происхождению, тоже отличалась особенным благочестием. Быв отдана замуж за великого князя Всеволода, они в браке родили 12 детей. Вот такое удивительное событие. И из этих детей, которых они воспитали в правой вере и благочестии, многие стали святыми всей нашей церкви. Например, внук Марии Ясыни, Марии Аланской, святой благоверный князь Александр Невский. Его потомок Дмитрий Донской, по меньшей мере 12 человек из ее потомков стали святыми. Как это получилось? Я думаю, потому что мать и отец закладывали в них самое главное – любовь к Богу, верность Отечеству и взаимное уважение друг к другу и ко всем тем людям, которые их окружали. Вот так они воспитали детей, и сама святая благоверная княгиня, она свою жизнь закончила уже в монастыре, то есть она исполнила все виды деятельности и послушаний, которые Господь возлагает на нас. Она создала семью, она воспитала детей, она помогала людям, которые были немощны, кто страдал в пожарах, раздавала свои деньги княжеские, на свои средства отстроила город, а незадолго до смерти построила монастырь и в последние 2 месяца своей жизни провела вот в таком монашеском послушании. Вот и нам пример, дорогие мои, как нам надо жить, как нам надо строить свою жизнь в любви, мире, верности и уважении друг к другу. Поздравляю вас всех, дорогие мои, сегодня с этим днем. Сейчас по окончании моего слова мы всех вас окропим святой водой и двинемся торжественным шествием по городу, чтобы показать, что мы – это сила. Да, к сожалению, дорогие мои, мы должны пройти этим парадом, потому что время сейчас очень лукавое. И самые очевидные вещи, что большая семья – это хорошо, что Господь так задумал о человеке, что Господь еще в книге Бытия говорит Адаму и Еве: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте всеми ее благами». А сейчас нам рассказывают, что нет, это лишь одна из форм якобы существования, и то какая-то не совсем понятная. Вы знаете, есть такое сейчас движение, которое запрещено – «child-free». То есть без детей. Что это такое? Это самоубийство человечества. Люди хотят, поддавшись наветам сатаны, истребить самих себя. Да не будет всего, дорогие мои. Земля – это наследие наше, которое нам Господь дал. Господня земля и исполнение я, сказано в одном из песнопений. Все, что нам Господь вручил, это наше. И мы должны этим обладать, владычествовать достойно, честно и верно. В этом смысл существования человека. И когда мы это будем делать, то тем самым мы не только самих себя, своих детей и потомков, но и весь мир переведем к Богу. И будет Господь вся во всех. Храни вас Господь, дорогие мои, с праздником!